Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и, конечно же, так как у меня нет интернета, решила запилить очень старенькую, добренькую игрушку, которая вам по-любому знакома, это КС-очка. Ну и что ж, давайте посмотрим, что из этого вышло. Друзья, пожелаю всем приятного просмотра, и мы начинаем. Был третий вечер без интернета. Я решил, что что-то надо делать. Увидел ярлык КС-1.6 и подумал, а почему бы и нет? Запустил старую добрую игру и понял, что я попал домой. Поглазал карты, тут есть все то, что когда-то так влекло в игровые клубы. А South Estate Italy, Militia Office от Stack Train решил начать свой поход в прошлое с Ассаута. Вооружившись 100% анусом, я приступил к выбору команды. Террористы или спецназ? Выбор пал на спецназ. Поклацав модельки, я понял, что именно вторая мне так напоминает дядю Женю. Риснулся, услышал голос тиммейта. Иди, я прикрою. Господи, я дома, отвечаю. Рестартнул и поехало. Так, ну все, собрались. Руки еще помнили, как закупаться. О2, О3, О4, О5. Взял М4, прочекал улицу и пошел за ботом к двери. Увидел, как бот прыгает. Понял, что с такими тиммейтами далеко не уйду. Пошел дальше. Принял террорюгу и получил оповещение. Их осталось двое. Направился к заложникам. Тут меня ждали 4 летсгета Каларихер. Как старые добрые. Я собрал их и двинулся к двери. Услышал звуки перестрелки. Стал чекать. Воспользовался старым лайфхаком. Спрыгнул на заложника. Двинулся к главному выходу. Забайтил террориста и принял нелегкое сражение. Оказавшись победителем в дуэли, закончил свою миссию. В последний момент увидел террорюгу. Но меня подвели амо. Я погиб. На следующий раунд я придумал тактику крысы. Залез наверх, чекал и ждал наживы. Увидел суицидальные наклонности в команде. Решил слезть. Запрыгнул в фургон, чтобы сделать подглядывание. Посмотрел в первую, во вторую, в третью увидел свою цель. Забрался обратно и легко ликвидировал. Не, ну что за легкий раунд. Следующий раунд я решил жестко запушить. Бот же так не думал. Я уже здесь подожду. Правильно, не царское это дело. Вырезал одного террориста, кинул флешку, пошел на подъем. Услышал жесткую стрельбу в трубе. Решил задушить. О боже, это байт. Перезарядился и задушил обоих. Причем одного через стенку. Решил взять АК и, как обычно, просрал 4-4. На следующий раунд меня ждала жесткая перестрелка. Разобрался с двумя террористами, кинул ХАЕ, поджарил заложников, побежал в жесткий пуш. В углу меня ждал прапор Конев. Ним я, конечно же, разобрался. Улыбнуло. Некстом без раздумий задушил двух террористов. По традиции прошлого раунда взорвал заложников, прочекал позиции, открыл дверь. О, увидел гопника. Расправился с ним. И на этом миссия на Осауте была завершена. Жестко мы их сделали так. Далее я пошел на эстейт. Я себе выбрал гигна, риснулся, купил армор, посмотрел на тот самый великий дом. Пошел в левую сторону, решил насладиться звуками сверчков. Как тогда? Принял драку с одним террористом, но выбежал другой. Перезарядился, додушил первого. Полез в окно. Обошел знакомые апартаменты. Взял Let's Get a Calarihira. Вынес вперед ногами суповой набор. Спустился вниз, взял еще заложника. Направился к выходу. В конце меня ждал приятный сюрприз. Террорист в камуфляже снежном. Следующий раунд был по тактике слепые кроты. Черт, я забыл очки ночного видения. Отключил рубильник, аккуратно поднялся наверх и услышал слепого крота. Ликвидировал его, взял заложника, развязалась жесткая стрельба с еще одним террористом. И я победил его. Аккуратно поднялся наверх. Шел в комнату с любимым телевизором, запрыгнул на диван и расслабился. Телевизор не показывал, я расстроился. Взял заложника и пошел на утек. Решил потрогать баганую табуретку. Блин, она до сих пор, как 20 лет назад, так же багается. Ничего не поменялось. Пошел через центральный выход. Осмотрелся и вывел заложников. Решил вернуться в дом найти террориста. Между кустов уперся во что-то. Ну и подрезал. Но не все раунды были такие успешные. Я подошел выключить рубильник. Включил ночник. Кто что видит? Ах! Теперь я ничего не вижу. Аккуратно пошел к выходу. Решил выключить рубильник, но что-то пошло не так. Миссия была провалена. Я не мог оставить это просто так. Тогда я пошел в жесткий раш. Разобрался с одним. Увидел за домом еще двоих. Убил одного. Закинул флешку. Убил второго. Выключил рубильник. Поднялся наверх. Включил ночное зрение. Осмотрел комнату. И зашел. Ну и, конечно же, выиграл. Все это, конечно, хорошо, но нужно было идти дальше. Италия. Как же я любил эту карту. Тут есть все. Базар. Красивые апартаменты. Чикен Макнаггетсы, которые так прикольно кукарекают.
И самое приятное, что я называю настоящей классикой, это... Слушай. По классике не взорвать я его не мог. Думаю, каждый из вас хотя бы разочек навзрывал его. Итак, настало время выполнения секретных операций в Италии. Пошел на базар, продавцов не было, я решил поработать за них. Покупателей было хоть отбавляй. Расправился еще с двумя. Позалипал на картинке, услышал приближение врагов. Завязалась жесткая драка. Перестрелял одного, перезарядился и добил второго. Следующего я убил через щелочку. И следующий также умер через щель. Но крайний и вовсе решил просто пробежать. Но я продал ему пару свинцовых пулек. Миссия базарчик была выполнена. Следующий раунд был уже морально выигран. Я заскочил в подворотню послушать классики. Пошел через погребок. Тут всегда так тихо и спокойно. Как старые добрые. Готовился к выходу, как услышал... Да, снова эти суицидники. Кинул флешку, вышел, прочекал, но никого не было. Полез в окно, запрыгнул с первого раза. Собрал заложников, взорвал мафон, взял еще заложников, и раунд был успешно завершен. Следующий раунд назывался «Скрытные крысы». Главное не выдать себя. Пропустил одного, пропустил другого. Решил незаметно прихлопнуть одного. Удалось. Услышал суету, решил прочекать. Черт, нас раскрыли. Не запрыгнул с первого раза в окно. Запрыгнул со второго. Не прочекал позицию и слил раунд. Миссия провалена. Следующий раунд был по такой же тактике. На меня напали с воздуха. Отпустил одного террориста. Побежал к окну. На меня напали. Залез в окно и ликвидировал. Устранил обидчика. Взял заложников. Пошел через центральный вход. Убил курочку. Купил лимонов и помидоров и устранил крайнего злодея. Миссия выполнена. Следующий раунд был по плану. Залез в апарты, прошел апарты, кинул флешку на выход. Никого не было. Кинул еще флешку. Встретил жесткую драку. Кинул хае. Побежал вперед. Мощно зажал террориста. Перезарядился. Убил еще одного. Собрал заложников. Посмотрел, как они классически тупят. Опять уничтожил мафон. Спрыгнул с балкона. Посчитал заложников, услышал топот. Принял крысу. Догадался, что крайний на базе. Кинул тактический смоук и убил наугад. Я прошел Италию. Так я за вечер прошел несколько вымышленных миссий и получил удовольствие от классической Counter-Strike. Надеюсь, какие-то из миссий выполняли и вы. Напишите комментарий по этому поводу. Также не забудьте поставить лайк за старенькую игру. Ну на этом все. С вами был Xenazus. Всем удачи и до скорого.